Ну что, как говорится, если кто-то шутит в Донецке, значит, в Киеве кому-то не до смеха. Давайте пригласим следующего участника из Донецка и надеюсь, что он заставит нас здесь, в Киеве и во всей Украине смеяться. Встречаем наших гостей из Донецка. Это Павел Журавлев и Евгений Мельцель. Пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуй. Добрый. Как дела в Донецке? Отлично. Весело ли там живется? Не очень. А вы из Донецка, да? Нет. Ну, мы живем под Донецком, в Мариуполе, но теперь... Под Донецком вся Украина. Да, все в Киеве живут тоже под Донецком. Ну что, ребят, хотите выиграть денег? Ну, да, не мешало бы. То есть деньги нужны или вы хотите получить вот дозу удовольствия, энергии и поделиться со всеми, если получится, конечно. А если еще и получится, и деньги. Получится? Да получится. Удачи, ребята. Сейчас узнаем, насколько сочетаются у вас цена и качество. У вас есть 60 секунд, чтобы выиграть первую 1000 гривен. Ну а что будет дальше, мы узнаем. Вы готовы? Да. Начали. Дорогие друзья, представьте себе самый бедный салон красоты. Здравствуйте, девушка. Да. Я на маникюрчик записалась. Вот, давайте, пожалуйста, посмотрим. Угу. Что вы делаете? Угу. Что вы делаете? Я на французский хотела. О, пардон, мадам, жене вас, ваши жур, ламур. Продолжаем. Так, представьте себе свидание после знакомства в интернете. Твою мать! Продолжаем. А возле ночного ларька. Девочка, дайте пачку сигарет. Покурим, ал, покурим. И бутылочку пива. Попьем, 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 да. И чупа-чупс. И пацан. Продолжаем. Будем считать, что только что в конвульсиях скрутило Михаила Галустяна. Вы выиграли 1000 гривен. Поздравляю. Спасибо. Я что-то так засмотрелся, что я забыл, что нельзя улыбаться, оказывается. И ты как в кино пришел. Да, я пришел. Ай, ну давай, пацаны. Ай, классно, давай. А нет, нет. Поздравляю вашу пару с пополнением. Спасибо. У вас 1000 гривен теперь на двоих. Спасибо. Вы можете выиграть еще больше, если захотите, конечно же. И сейчас перед вами серьезный выбор. Вы можете забрать деньги и уйти, или можете продолжить ваше выступление. Можете выиграть, между прочим, 5000 гривен. Что вы выбираете? Продолжаем. Продолжайте. Продолжаем. Ну, удачи. Дорогие друзья, представьте себе, на чемпионате мира по бодибилдингу. Двигаемся дальше. Миниатюра «Чем папа отличается от мамы». Итак, представьте, мама гуляет с дочкой в парке. Ой, моя умничка. В туалетик попросилась. Садись, садись, молодец. А теперь все. Та же ситуация, только отец. Что опять? Прямо здесь? Давай быстрее. Отвернулись все? Я сказал, отвернулись все. Все? Давай домой. До пляжа. Кукуруза, горячая кукуруза. Почем кукуруза? Я не продаю, я хвастаюсь. Кукуруза, горячая кукуруза. У тебя такая прическа классная, что это? Это мус. Мус уложил, еще 2 зуба выбил. Не изменяйте, иди все на спи. Эх, как жалко. Мне кажется, вам совсем немного не хватило, чтобы рассмешить комиков. Вы были очень близки к победе, но потерпели поражение. Жалко, конечно. Ничего страшного. Спасибо вам большое за выступление. Я думаю, спасибо, что аплодисменты и улыбки комиков. Спасибо, ребят. Лучшая для вас награда. Спасибо, до свидания. Мы внутри смеялись. Рассмеши смешного. Сделай, чтобы парень смеялся. Рассмеши смешного. И под столом валялся. Улыбок. Хорошего настроения для всех, для зрителей, для ведущих, для членов жюри.